Здравствуйте, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Сегодня я буду готовить печенье. Будем радовать своих внуков, детей, родных. Все ингредиенты будут описаны в описании. Для начала мы берем яйцо, добавляем сахар, размешиваем. Добавляем щепотку соли. Чайную ложку ванильного сахара добавляем. Не забываем размешивать. И затем добавляем сливочное масло. Стараемся размешать. Размешали мы с вами масло. Теперь добавляем муку. В два приема добавляем муку. Потихоньку формируя тесто. Добавляем разрыхлитель. Ну, чайная ложка разрыхлителя. И формируем тесто. Оно уже собирается у нас. Сформировали мы тесто. Делим его напополам. Тесто мягенькое, хорошее тесто получилось у нас. А второе тесто мы окунаем в какао. Сейчас с этого теста мы делаем колбаску. Делаем со светлого теста колбаску. Соединяем. Будем резать. Шарики формируем такие вот. Чуть-чуть приплюснутые. Будем укладывать в печенье. И дальше будем лепить одинаково. Следующее печенье будем делать по-другому. Будем маленькие шарики катать вот такие вот. И много, еще меньше размером с темного теста. Вот такие вот. Вот такой цветочек своего рода. Готовые печенья ставим в духовку на минут 15. Приготовили мы с вами печенье. Тесто очень хорошее. Мягкие печенья получились. Испеклись хорошо. Внуки, дети будут рады. Пеките дома. Радуйте своих детей, внуков. Будьте здоровы. До новых встреч. До свидания.